Доброе утро, мои дорогие. Доброе утро. 7 градусов жары. Ну, хотя утро-то не прям утро. 11 час. Мы с Сашкой давно встали, позавтракали. Так-то все это самое. А вчера мне Костя звонил вечером и говорит: завтра выключат свет на 2 часа. Что-то, видимо, делать будут. Вон сосед уже сваливает на машине, поехал. Что дома-то делать без света? Ну, вроде бы как на 2 часа. Я сразу вспомнила дом свой в Крыму с постоянными отключениями света. Вот так вот. Ну и что, выключили свет. Если бы был бы Костя дома, сейчас бы сели на машину, да поехали в город. Теперь, ну, на 2 часа, я думаю, может, это. Сашке говорю, пойдем гулять. Не хочет. Погода-то видите какая, мне и самой неохота. Так пойти по поселку погулять. Как-то без света сидеть, да? Если только спать лечь, да только вроде только встали. Чего там? Ой. Ну ладно. Ну что, надо и это пережить. Видимо, что-то к зиме готовятся, что-то делают. Ай. Вот, а я вам сейчас выложу видео, которое Лариса Артамонова мне прислала. С Беляуса. Вообще. Вот в такую погоду, да, на теплое море смотреть как-то грустно. Ура, мы на Беляусе. Стали пока местечко поискать. Не-не-не, я вот там сказал тебе, уплотненный, сюда да даже суваться не нужно. Причем здесь он еще мягче, чем на том. Да. Грамм говорит с нашим тоннажем. А малую весовую категорию не хуй трогать. Класс. Ничего не вижу. Куда я иду? Да, здесь, кстати, ракушечки. Мы везде побывали. И на песчаном, и на гальке, и на ракушку приехали. Арбаков-то сколько. А, мы на Беляусе. Как я хотела здесь побывать. И мы сюда приехали. Ну ты чего? Зараза. Смотри, какая вода прозрачная. Дай. Смотри, какая прозрачная вода. Что, сюда подъезжай? Нет.
Так, все, мы нашли вот местечко. Кстати, вот была бы здесь еще вот это, да? Как она, малина или как она? А, ну да, если малина была бы, было бы вообще шикарно. Так, все. Так, эти местные сейчас выезжают. Там никого нету. Там есть Танюхин. Там тоже никого нету. Мы одни. И мы идем на море. Народ есть. Ну, в основном нет, с палатками есть все. Ну, местных много. Ну и так народ есть. Вот. Нет, Танюха тоже. Два хреново блогера. Два хреново блогера. Любаша Винзовская, это я к вам отношусь. Я столько поездила уже, столько поснимала на таких, коротеньких видео для своих, там, для вас, для всех. Меня уже тоже блогером называют. Как же вы ходите с телефоном? Неудобно, Любаш. Надо палку. С палкой удобней. Без палки неудобно. Так, сейчас посмотрим, сколько народу на это. Сколько на берегу народу. Есть кто? Нету. Класс. Класс. Море чистейшее. Прям как нам из Фиоленте. Только там камни. А здесь песочек. Ух ты. О, народец. Так, здесь народ. Там где-то далеко народ. Ну и все. А здесь никого нет. А люди свиньи. Такие свиньи. Там валяются бутылки, здесь валяются бутылки. Фу. Все, мы на месте. Здесь мы приехали на день, а может быть на два. Если я их, наверное, уговорю здесь еще на день завтра остаться. Красотища. Красотища. Вода. Какая тут вода. Нифига, тут собачка бегала. Следы видишь от собачки? Какая же вода прозрачная. Это что-то с чем-то. Какая же чистая. Все, я купаться. Вот мы и покидаем это замечательное место под названием Коса де Лаос. Это фотографии пещера Таврида. Ой, это не мои? Это, ой, смотри, моя, ну китайка, по-моему, нет? Или обычные яблоки? Здесь и кино. Человек с бульвара Капуцинов, да, здесь снимали, по-моему. Красотища.
тоже какие-то пещеры. Красота. О, забрались дед с внучкой далеко-далеко. Стоят к домику. О, вот они. О. Море. Красотень. Там где-то Анна бродит, ходит. Вот такая красота. О, о, деда. Да-да-да. Вот так. Сидим. Без свету. И нам скучно. Конечно, скучно. Я тебе говорила, пойдем погуляем. Просто походим по поселку, по дорожкам. Ну, ты сейчас весь изноешься, Саш. Изноешься. А если не на 2 часа, а если дольше? Он же не понимает, что такое 2 часа. Говорит, сижу, жду, когда свет включится. Долго сидеть придется. Да, без света плохо. Привыкли к цивилизации-то. Чё говорить-то? Пойдем погуляем. Чё нет-то? Ну, вот ты сейчас полчаса промучаешься, и уже тебе будет не в моготу, Саш. Вот я тебе серьезно говорю. Упрямый, как стадо целое ослов. Лишь бы так, чтобы было, как он думает. А то, что он думает, как хуже, это ему по барабану. Свет дали. Тяжко, конечно. Хорошо, у меня на одном телефоне есть мобильный интернет. Не сошла с ума от скуки. И Сашка взял стульчик, сел со мной рядом и смотрел распаковку потерянных посылок в Америке. Ну а что делать-то? Да. Ну ладно, свет дали. Ну как обещали, 2 часа, да. Котлеты у меня жарятся. Сейчас вот я еще макарончики сварю. Борщ у меня есть. Все. Дела пошли, слава богу. Давно я ничего не делала. Несколько дней. Вот валяется вот эта стена. Игрушка у Сашки. Уже в 3 экземплярах валяются эти деревяшки. А мне хочется сделать подставочку под столовые приборы. Вот сейчас я посмотрю. Так. Сейчас вот так. Опа. Ой, немножко неровно. Вот так. Так. Ну а что они валяются? Неровно получается. Ну ладно, я думаю, что это не будет так уж заметно. Вот так. Потому что я постоянно вижу в мусоре, выбрасывают эти штуки, ну много их.
А я не люблю выбрасывать. Я люблю давать вещам вторую жизнь. Ну, а почему нет-то? Пусть послужит еще. Вот у меня не хватило. Сейчас я еще схожу. Возьму. Так. Вот я сегодня взяла. Две коробки оставалось от этой игры. Я их пособирала. Одну коробку сложила. Вторую сейчас тоже сложу. Потому что я уже посчитала, сколько их должно быть. Вот. А третью, ну, не хватает. Думаю, надо сделать что-то. Дети сейчас такие. Слишком много у них всего. Они это не ценят. Не берегут. Кошмар. А мне жалко. Выбрасывается это все. Так. Можно еще. Можно еще сделать, наверное. Ну и все, вот последнее. Так. Очень плотно. Надо было чуть-чуть отставлять. Так. Можно сделать дно из этих же деревяшек, собственно. Но я пока не буду. Пока я посмотрю, приживется она, не приживется, будет ли удобно. Если будет удобно, сделаю дно. А если не приживется, ну, что делать? Вот такая подставочка получилась. Кстати, очень удобно. Сашка удивился. Что из зубов вот этих игрушек, из мусора получаются нужные вещи, да? Так что не выбрасывайте игрушки. Всегда можно что-то придумать с ними. Ну что, дождик идет. А наша студентка приболела. Саша сегодня к отцу поехала. На автобусе в Порхов, ну, это Псковская область. 2 часа ночи приедет туда, но говорит, что отец ее встретит на машине. Сегодня ходили в ресторан. Саша, Макарик, Костя и Таня. Общались. Потом куда-то поехали по делам. Саша сдала документы на визу. Когда сделают, непонятно. До месяца. Ужас. Уж часто ездят-то мало людей. И так вот это все долго. Как будто там очередь неизвестно какая. Так и будет очередь, если под столько время делать. Ну ладно, может к нам приедет, подольше побудет. А я делаю, не знаю, корзиночку или как ее назвать. Сейчас вам покажу. Сейчас уже Сашку спать положу, а сама буду сидеть ковыряться. Раздирает меня к ночи. Нет, чтобы вовремя спать лечь. Нет. Чего завтра за погода будет? Обещали солнечно, а вон к ночи дождь пошел. Ну, а сейчас...
сейчас вот эту. Ой, надо. Пистолет. Стержень кончился. Кончается всегда в самый неподходящий момент. Замечательно. И сейчас доклею вот эту вот оставшуюся часть. Вот такая у меня веревка. Она толстовата, конечно, но в то же время она не будет, ну вот это вот не будет задеваться и задираться. Веревка ее прикроет. Так. Она даже у меня так приклеивается вот к этой салфеточке. Так, сейчас я ее до низу всю приклею. Вот остались у меня такие из белого цемента от подсвечника. И это будут ноги. У меня штатив выше не поднимается. Я не могу все это нормально вам показать. Ноги. Ну, ноги такие я прилепила к этой коробке по приколу. Просто прикольно смотрится. А так-то я подумаю, может, оторву, то что другое придумаю. У меня там и колесики есть пластиковые. В общем, ладно. Завтра будет видно. Сегодня уже все, хватит. Доброе утро, мои дорогие. Нет, вам не кажется. Вот и все. Сейчас пойду на улицу выйду. Снег с дождем. Ну, он, конечно, еще растает, но вот, дождались. Ох, за 9 лет отвыкла я от этого, что в сентябре вот так может быть. Ох. Мы с Сашкой хотели в лес идти за грибами. О, не могу. Так, надо сейчас сфотографировать и отправить моим в Питере.
И ветер-то какой, вон прям там. Прям ветер-ветер. Вот так вот, рыбки мои. Да, сюрприз так сюрприз. Я говорила вчера в видео, что прям морозный был воздух, какой-то снегом. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Обычно в день рождения папы-то моего снег выпадает 1 октября. У него тоже зимой? Какой зимой? Это осень. А тут еще раньше. Ой. Зимой. Сентябрь месяц. Какая зима? Сходили за грибами. Вот так вот. Все планы нарушены. Спросонья что-то вообще прямо ни в голове не укладывается. Какой снег в сентябре? Почему? За что? Ну, прям вот... Ну, правда. Ну, зайки. Я всем своим разослала фотографии. Сейчас пойдут ответы. Ой, эти белки, мало того, что они залезают на чердак, а там сигнализация же стоит, и она начинает визжать. Они, видимо, к зиме себе ищут место потеплей. Вот видите, что? На снегу-то ей неохота вот это шишкой разбираться. Вон как шишку раздербанила. Ну вот она тут пришла мне, намусорила. А снег с дождем так и идет. И не собирает прекращаться, не собирается. Вот представляете, как мне грустно смотреть на красоту, которую мне присылают. Витю, друга моего из Черноморска, давно не видели. Купаются с внучкой там. Ой, сейчас мне прислал, говорит, Зизифус поспел, граната еще нет, виноград там, я говорю, ты собери хоть, пропадет же, жалко. О, забрались дед с внучкой далеко-далеко, стоят к домику, о, вот они, о. Море, красотень, там где-то Анна бродит, ходит. Вот такая красота. О, о, деда, да-да-да, вот так. Снег, он с крыши падает. Ой, не могу. Оля мне из Омска, из Сибири. Прислала, вот какая у них осень. Красотища какая.
А это Риночка со своими питомцами. Шикарные собаки у нее, конечно, шикарные. Ну что, вроде снег перестал идти, дождик. Сейчас как все это растает, грязище будет. Ой, красота! А я с вами буду на этом прощаться, зайки мои. Все, что будет дальше, вы увидите в следующих видео. Видите? Вот такие вот дела. Давайте, мои золотые, берегите себя. Не болейте. Мирного неба всем над головой. Всего самого хорошего. Я вас обнимаю, целую. Пока-пока. А я пошла снимать серьги, которые у меня в наличии есть.